Сегодня до масштабной доброчинной акции «Наши дети» долучилась Гомельская областная организация «Белая Русь». Региональный ранешник провели у городском центре культуры. Новогоднее свято собрало около 500 детей из разных районов области. Разом с родными яны приехали у Гомель на казачное представление «Женитьба Кашея». Ему попередничала забавляльная гульневая программа «Вокол елки» с уделом Деда Мороза, Снегурочки и інших знакомитых героев казок и мультфильмов. Не ограничиваемся только этим, стараемся посетить тех детей, которые нуждаются в нашем внимании. Медицинские учреждения выезжаем, в детские дома выезжаем. Так что вот с хорошим, замечательным настроением, потому что дарить подарки – это хорошо. Когда ты делишься добром и счастьем, оно приумножается. Нагадаем, что новогодняя доброчинная акция «Наши дети» протягнется в Беларуси до 11 студеня.